еще девочка 9 лет, светилига на руках, на ногах, начали пятна увеличиваться, умножаться. Родители забеспокоились, лечились везде и по знакомству обратились ко мне. Я ей предложила: давайте начнем пить с 3 грамм порошка 2 раза, добавляем напиток на 150 миллилитров. В день мы пили по 2 раза. Вначале родители не поверили, но через месяц мать пришла и говорит: представляете, говорит, на руках и на ногах, говорит, элементы, вот эти белые пятна, говорит, отошли. И они, говорит, темнеть начали. И больше, говорит, не появляется. Ребенок стал, говорит, интересный, общаться начал. Раньше он, говорит, побаивался, говорит, стыдился своего состояния. Он, говорит, не хотел, говорит, общаться. Ну вот, как сказать, помогло. И поверили.